смотрим прямо. На следующем повороте поверните направо. Направо поверните. Не, не, прямо, 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 прямо. Не слушай эту дуру. Красный, красный. Ну, типа, в проспекте я посмотрел, где находится Ролан-Гаррос. Она не на Ролан-Гаррос, мы едем. А, ну тогда я... Надо выключить. Ролан-Гаррос туда, туда, направо. А мы едем прямо, мы едем в ТПС сейчас. Окей. Перед клуб де Пари. Ну, вы знаете, да? Да, да, да. Ну, да, все, да. Сейчас нас заметут. Снимать не надо было, они не любят. Отпускай. Зачем это делать? Ну, Мити. Что ты хочешь, снимай улицу? Да это ерунда, ее просто никто не трахает, она злая. Это более реально. Ну, она неплохая, кстати. Мики, у тебя все, что движется, неплохое. Великий ёбр мне сейчас со мной говорит. Продолжаем, да? Да, все время прямо. Осторожно. Оставь меня еще, не гони пленку. Вот за этим фордом, да? Да, 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 да. Давайте, 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 пока не закрылось. Кинь меня, я пойду его снимать пока. Заворачивай, заворачивай. Стоп, спокойно, 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 спокойно. Да, 10 метров. Нас уже и мусора. Идите туда. Нас уже и... Алло, Нева. Коль, пойдем. Мерси, братко. Ну что, Коля, слушай, вы мне сделаете ногу, Коля, посмотрите мне. А, ну, да, конечно. Блядь, Саш, да? А почему большую камеру не взяли? Честно говоря, побоялись. Ёб твою мать. Уникальный ты у меня пассажир. Чеши за большой камерой. Ну ёб твою мать, какой ты, блядь. Как, блядь, во сне обсуждать? Да, сейчас, сиди. Банко. А что нормально? Еще время же есть новое. Посиди. Колька, иди сюда, иди, иди сюда, тебе, иди, я представлю тебе. Эта девочка нам дает все, я, видишь? Да, да, послушай, с кем Максим. Сейчас же покуплю.
грунтовых зимой 2. Зимой 2. Летом. Зимой 24. А летом они все. Ну как, мы спросили. Вот он бежит. Ну я извиняюсь перед тобой, между прочим. Они тебе уже рассказали, да? Я это знал с самого начала. Молчи, лучше молчи. Ты в рекорде? А? Смотри, смотри, сколько у нас сколько. Смотри, смотри, вот начинается. Слушай, это богатый клуб, да? Смотри, там богатый. Не, ну нормально, Колька, не, родной мой. Ну, раз я есть, значит, уже неплохо. Нет, я имею в виду... Они, по идее, там ежегодно там платить взнос, да, взнос, клуб, да, 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 сумму, да, 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 пользоваться, да, 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 да. Вот я хочу, чтобы вот он мне сказал, мне, я сейчас хочу соединить его со своими, знаешь, вот это все подобрал, видишь, копки все. А вот там у нас есть, видишь, оно больше времени дали. А здесь никто из профессионалов не тренируется, все же... Ну здесь как вот ли? Все тренируются, сейчас дожди, все будут. Нет, почему? Я говорю вообще, французы сами, которые в Париже живут, они же не тренируются здесь. Тренируются? У них ты свои Ролан-Гаррос клубы есть. Не-не-не, тренируются, приходят, Коль. Они здесь и в этом. Но здесь, когда дожди. Все-таки лучшее, конечно, это там, где я был в этом. В, ты знаешь, что это клуб? Расин. Брасенький, он тоже такой еще. Мне что-то все не говорят, там какой-то свой богатый спонсор у французов. Ла, как его фамилия, Ла, говорит, Ла, Ла, Ла. Ну, помнишь, у них у всех свой академия открыла, и он спонсирует и всех, конкурирует. Федерация конкурирует, и они все перешли туда к нему. Они все платят, он платит за их проживание, питание, клиенты, все оплачивают, тренировки, короче, на здесь вот в этом клубе. И все, и у него там клуб, его название, и вот они все его клуб. Даже не могу тебе сказать. Сейчас они, по-моему, хотят соединиться вместе с федерацией, потому что там что-то... Пойдем, как... Федерации есть деньги, а у того чуваков еще больше. И а вот кто же такой? Ну там же есть написано. Серега, кто это здесь спонсирует? Здесь есть академия. Как здесь Легарфер, наверное, правильно. Вот. Это же я все знаю практически. Другого знаю все. Я знаю практически. Да. Надо мне подсказать, а не выдавать на гора. Как делают нормальные самые, а, Сереж? Я бы как умный сказал бы. Вот какой.
Не, ну это хорошо, что он эту информацию то умеет. Теперь будет знать, когда ты будешь спрашивать, какой счет, прошу него. Кто как сыграл. Он сразу выдаст, даже по геймам и по очкам. На каком матч более закончился? Ты когда курить бросить его? Не бросите. А вот все нормально, одну минуту. Уже кто-то долбает, да. Пойдем. Это французы, 100%. Сереж, знаешь, где туалет, Сереж? Нет. Вот, Сереж, смотри, Сереж. Сереж. Не, нет, вот прямо выйдешь, там деревянные домики такие, Сереж. И там в одном из домиков там есть. А я не буду удивлен, если ты выиграешь Ролан Гаррос. Я удивляться не буду ничего. Я только поздравлю тебя, и дома мы сделаем огромный праздник. Согласен? Поздно для праздника, потому что нет. Если турнир за турниром. Обожди, нет, ну мы должны выиграть это самое, Ролан Гаррос сначала. Зачем мне турнир за турниром? Праздновать рановато. Ну, шампанское выпьем мы? Нет. Бандюга не хочет. Ну что, Саша? На первый канал включай там, а включай мне. На второй включай. Я дал на это самое. Ну мне же Эдик дал. Дал на тяжку? Да. Где, на Лангарсе? Да. 24. 124. На кило. Как ты мне учишь? Слышь, как у меня нога болит. Да? Да. Нога очень много. Знаешь, что болит? Вот здесь. Эдик, вот здесь у меня очень сильно болит. Вот здесь. Смотри тоже, что не снимаешь. Может быть, заскочить, если на своей машине, может заскочить к тебе домой на 10 минут, чтобы он тебя дома посмотрел. Ну давайте. Потому Серёж, езжай за машиной, Серёж, тогда. Я же неудобно. Сможешь? Мы же крупные планы людей, реакции. Сможешь за машиной поехать? Что ты растерялся? Или можно массажный стол? Это не план. Это не план. Это говно. Ну, длинный план. Нет, тебе на дому что-то такое не массирует.
Выезжай, наверное, возьми машину. Да ладно, не надо. Мы знаешь что? Мы знаешь что сделаем, Сереж? Она все равно машина нужна. Смотри, нам все равно надо машина. Это моя вина, Сереж. Я неправильно сделал. Мне надо было брать машину нашу, чтобы отвезти ребят. Понимаешь? А ключи на столе, да, Сереж? Позвони, звони, ЛБ, звони долго. И возьми ключи, пульт от дома тоже ключи возьми. То есть тебе надо будет подниматься, нажимать пульт. Войти в гараж. А сюда как еду? А сюда ты въедешь? Ты такой, что ты двигаешься, Алик, ты же не смонтируешься в жизни. Пойдешь? Давай, Сереж. А ты машину взял? А там одна моя машина, да. Сереж, а ты помнишь, как ты сам? Здесь кто-то там. Да, аккуратненько, Сереж. И не вздумай за ты. А ты же не уже бросил. Я хочу тебя поздравить. Сереж. Вот профессионал, а это брат. Да, а это в мире один из сильнейших игроков. Он ходил в тройку, в четверку, сейчас с восьмым номером. Коля, вы воду взяли? Ничего не надо, Коль? MRI, CT, guide screen, and the hematoma.
Коля, Эдик, какой принимаю медикамент? Какой пью? Вольтеран. 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 Where can I look after the? Я думаю, может он бокс снимает, а я теннис. Или как нам лучше? Дай мне сейчас посниму. Алик, остановись на секунду. На секунду остановись. Дай мне. Молодец. Планы свадебного варианта. Абсолютно. Самое главное позитив, Эдинка. Самое главное. Саша, на тебя. Вот это специальные билеты, чтобы вы знали. Это вот мне ребята дали. Это прямо вы со мной пройдете на три билета. Я вам все покажу, как, куда, что. Микки, да. Не стесняйся, бери большую камеру. Хули это пиздюшка. Вы... Большую маленькую, да, но да. На всякий случай. Понимаешь? Поменяй в адрес. Можешь поменять в адрес? Да, я могу, конечно. Я думаю, Саша, у нас хорошее получилось вот да, там хороший в клубе. Это в машине. Билет. Ну иди в машину, там же машина у тебя. Ты можешь пройти. Да, был. Все, работаем. А, снимем крупные их лица. Крупные, что они играют. Крупные. Лица. Это, ну вот так. Вот, ну, игре. Как вы с ними познакомились тогда? Ну, много лет. Но они это ребята, которые сами себе сделали. Им никто не помог. Эдик это старший брат его. Он приехал в Германию. Эдик, в каком году ты в Германию приехал? В 97-м году. Приехал в Германию и устроился работать в теннисный клуб. Убирал в теннисном клубе у немцев, убирал просто. И потом Коле, когда было 12 лет, он пригласил, взял Колю тоже в клуб, и Коля мячики подавал. Подавал мячики, а сегодня ведущий игрок мировой элиты тенниса. Один из сильнейших. Да. Поэтому вот они сами себя создали, и поэтому я считаю, что эти люди очень достойны уважения. Они сделали себя. Я люблю людей, которые без, в общем-то, сами добиваются результатов в жизни. Они достойны уважения. Это... Вот сейчас они будут, завтра будет у них матч. Завтра матч у них. Коля, с кем завтра вы играете? Не знаешь еще, да? Вот завтра у них матч, конечно. Будем болеть за них. А сегодня мы организовали у нас в клубе в ТСП им тренировку, потому что дождь и все корты на Ролан-Гаросе закрыты. А кортов крытых, тербатю, песочных нету. Поэтому мы у меня в клубе сделали им такую, в общем, тренировку. А у вас постоянное членство в этом клубе? Да, конечно, да. Это мы, да, постоянное членство. За удовольствием? Да нет, ну здесь нет, я бы не сказал, что дорогое удовольствие. Главное, что это удобно, очень удобно. И вообще здесь интересный контингент, публика. Здесь и бассейны, и тренажерные залы. Нет, здесь интересно. Саваеву. Жулиан, Николай Комбузу.
Эдик, у меня тоже вся ракетка наклеенная. Да-да-да. Салют, салют. Сашка, главное не нервничай. Ну, все будет в порядке. Да. Семья, дом, да, номер, да, машина. Да. И я вас, я ребят отвезу на Роланд-Гаррос, и мы найдем, где поставить вашу машину, потому что туда мы не сможем ехать. Да. Да, да. Посмотрим, да. Жарик, ты меня закрутил. Да я перейду сюда. Пожалуйста. Ну, подожди, ну, все. Вы видели, что вчера как-то этот сыграл Андреев? Ой, я был на этом матче, конечно. Линза у него упала, Эдик. Выпала линза. Начали линзу искать. Потом принесли ему зеркало большое. Значит, потом у этого итальянца спина схватила. В общем, играли, уже темно было. Я говорю, давайте будем спать. Слушай, 5 сетов. И тот, конечно, Игорь выдержал. Без линзы, я не знаю, как ему. Ну, такое зеркало принесли, начали линзы вставлять, промывать. Ну, знаешь, он же с линзами. Понимаешь? Ну, добил, смог в 5 сетах. Направление.
Саша. Больше автодорогу, больше не играй на одном месте будет. А ты потом, значит, Едик и Колин тоже дадут интересно. А? Не слышу. Что еще сделаем? Это такая случайность. Ну, может быть, даже посмотрим, как будет погода. Mm-hmm. Может, мы даже сегодня не поедем на Ролан-Гаррос. Uh-huh. Я на завтра вам тоже возьму билеты. Uh-huh. И будем надеяться, что завтра будет намного лучшая погода. Да, завтра... обещали, завтра уже не должно быть так. Да. И завтра мы, Коля будет играть, mm-hmm. и мы, вот, мы много сделаем уже на трибуне. Наверное, более так. Понимаешь? А сегодня мы и так достаточно нам здесь, мы много сделали. А потом мы, может быть, поедем домой, дома сделаем. Я их отвезу, а вы будете меня ждать возле дома, и мы дома сделаем. Хорошо. Колька даст с Эдиком, они дадут интервью. И мы тогда дома уже сделаем. Это, наверное, будет разумно. Мики, дальше стань от него, Мики. Он тебя ракеткой навернет и все.
перекладов, потому что их видно сразу. Она здесь была, Коль. Это медленная, да? Мужики, ничего не надо вам, мужики? Нет, ничего. Нет, 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 кстати, ладно, я пришел еще сюда зарядку. Я послал Коля за машиной. Сейчас мою машину привезут, мы отыграем, и я тогда уже вас отвезу. Хорошо. Что я думаю, что они в нем, там сегодня мало игр, да, сегодня, наверное, будет? Сегодня только то, что мы играем. Как? Он вчера играл? А, тут Дмитрий играет, да-да-да. Ну, он вообще с ногой, он так говорит, попробую что-то. Этот, потом он тут. И потом, который... Спектр. Последний же. Скажи мне, Саша. Очень ближе подойдет. Скажи мне, мы посмотрели.
которые грузики сбегали. Вот это останется те, которые я знаю, которые вот это, которые сюда хочешь. И вот это не попало. Вот мы сейчас вот эти две сделаем. Медленная забег, да? Как-то мне показалось, нет? Да. А мы сейчас все проверим. Правильно. Журналист? Это не, это Сережа. Да, конечно, дай. Да. Давай.
ключи и ключи от машины и ключи от дома. Он приедет сюда сейчас. Да, да, дай мне. Давай, все, ага, давай. Послушай, Саш. Это очень интересно. Любимое хобби – подводная охота на акулу. Надо думать, да? А здесь настоящий досье или нет? А? Он настоящий досье нашел или нет? Или... Послушай, ну вроде что-то нашел он. Потому что такое придумать, не, даже и Калитин не могу придумать. Я думаю, ну, там, да, он, и, думаю, на Риер-Артега они нашли. Я когда-то, ко мне приехали с акциями, это было лет 14 назад или 15, ко мне приехали в Париж, нет, больше. Я тогда как раз создал уже банк столичный, участвовал в нем. И приехали ко мне итальянец такой, который потом оказался, в общем-то, арестованным. И у него были акции, у него было, нет, у него не акции, у него были чеки на 15 миллиардов. Эти чеки были гонконгского банка, значит, да, 15 миллиардов. И вот он просил, чтобы я помог их реализовать. И, в общем-то, ну, на что я как бы так ответил отрицательно. Почему? Ну, потому что я всегда занимаюсь... все сам стараюсь сделать от начала до конца. А когда ты на переправе что в чем-то участвуешь, мало того, что можешь потерять всю ту прибыль, а еще головную боль себе нажить. Поэтому я не принял участие, и, как показало время, оказался очень правильно сделал. Его забрала полиция. В общем, да, у него были. И, видимо, с этого и исходили, что я владею активами на Риер-Артега 49 миллиардами. Понятно теперь, да, вот что произошло. А его потом, он был арестован на Западе, этот, ну, сам факт встречи со мной и дала почву с этими 15 миллиардами, видимо, для, в общем-то, досье ФБР. Так, иди сюда, а то сейчас Коля нас даст по башке мяч. Ну, вы знаете, да, что в случае теннисной истории были случаи, когда мячиком убили. Да. Это убил был такой Эдвард, теннисист, и он попал в голову судьи, тот упал и ударился головой, погиб. Этот Эдвард. Он любил атаковать всегда. Так скажи мне, Саша, так тебе нравится вот моя композиция? Да, мы же договорились. Почему? Это красиво. То, что красиво, надо покупать. Это я думаю, что это действительно красиво. Понимаешь? Иди покури. Опять нет. Дай немножко у нас на ногу. Угу. Карточки. Это семья, ну это, в общем-то, считается, здесь говорят фамилия Давиденко, семья Давиденко. А мне все время по телевизору говорят, что это папа Давиденко, я. Но это не так. Еще раз говорят, это люди уважаемые, что они сами создали себя своим трудом, колоссальным трудом. Они тренировались 26 часов в сутки. Эта карточка позволяет свободно куда? На Ролан-Гаросе, которая везде могут ходить. Это выдается, в общем, только людям, которые близкое отношение имеют к теннису. Именно к тем или иным игрокам. У меня вообще была моя мечта сделать турнир. Взять 10 ведущих игроков мирового рейтинга. И есть такой отель Eden Rock, где вы тоже были. И там корты, 4 корта. Они находятся, ну это оазис.
все в цветах. И вот я хотел сделать там турнир, который призовой фонд был бы 10 миллионов, и без зрителей. Почему? А потому что вот в этом и есть вся фишка, которую я всегда что-то новое стараюсь создать. И было бы это очень интересно. Например, там могли бы быть только камеры. Евроспорт, Патоспорт, Канал Плюс, там другие мировые камеры, мирового, в общем-то, CNN и так далее, кто ввел бы эти. А вот зрителей не было бы. И вот представь себе, что вот это 10 ведущих игроков, они живут в этом отеле именно, они завтра приходят на завтрак, и, значит, все это публисите, все это показывают. И, конечно, там огромный лес в цветах, судьи в смокингах белых. Конечно, вот это надо что-то новое создавать в этом. И представь, что позвонил бы, допустим, я организатор турнира, позвонил бы кто-то из принц Монако. Веселье, спасибо, как? А носы попасибо. Это нельзя посмотреть. То есть только на телевизоре. Возможно, были бы ложи некоторые, которые бы могли бы стоить там по 500 тысяч долларов ложи. А есть такие люди, которые согласятся платить 500 тысяч долларов? Почему нет? Ну, если платят за дома 850 миллионов, почему нет? Я обратил, кстати, вот это в этой гостинице, где мы снимали, да, тоже, там только русские практически. Ну нет, конечно. Нет. Нет, но нет, очень нет. Много. Очень много русских, да, но я думаю, сейчас немножко будет спад в связи с этим кризисом, который произошел. Нет, этот отель, в общем-то, вот недавно прошла программа об этом отеле. Французское телевидение прислало по третьей программе. Очень интересная история этого отеля. Русские туда начали ездить, один из первых, конечно, я поехал, да? В этот отель, да, еще никого не было. Потом Потанин Володя приехал, Прохоров Миша. Отель так, ну, он очень, во-первых, очень комфортно, великолепный сервис. Нет, это, конечно... Ну еще вот там цены запредельные. Цены тоже, да. Но вообще-то отель, это земля, где вы были, господа, эта земля принадлежала России. Ее в 1904 году ее продали. Это русский царь продал Николаю эту землю. К большому сожалению. Но тогда в России тогда все продавал. Наверное, вовремя он продал, потому что когда пришли коммунисты, они по-другому все распорядились, когда власть Совета пришла. Только отрабатывает удары под сеточку, чтобы... Это очень, очень тяжелый удар, он должен наоборот как можно максимум, чтобы мяч был под сеткой. Остановились на секунду.